Старая столовая у нас была, сами прекрасно все видели, не оборудованная. У нас не было цехов, у нас не было комнат, у нас не было комнаты отдыха для девочек. Ну, как бы оборудование у нас уже было старое. Сейчас у нас все новое, все оборудование новое, столовая новая, расширили ее. Склады у нас все отдельно теперь есть. Изменилось все тут полностью, обстановка внутри. И все как современно сделано. И еда, все. Вер по-современному. Например, это полный рацион. Первый, второй, третий мере. Комфорт. Это все. Обстановка вообще благодать. Есть. Тут стеллажи везде. Хорошо. Ну, конечно, мы рады. Мы очень рады, что нас обновили, нас расширили. Что все новое, что у каждого свой цех. Мы раньше все в куче были. Мы толкались, ходили друг об дружку. Сейчас мы все в своем цеху. У каждого свой цех. Конечно, девчонки рады. И мы рады, что столовая такая красивая новая. А что вы готовите? Гуляш.